Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня строить базы без ника. И тут заранее, как бы не скажешь, что для этого надо, нужно смотреть непосредственно здесь. И как обычно, 7 раз из 10, может даже больше, мне попадается какая-то крестовая база. Тут я ее наизусть знаю, даже смотреть не надо. Тут вот 12-13 ящиков будет. И такой средненький лут, в основном это ресурсы. Готово, давайте смотреть. Потратил я где-то 3,5 железных топора, то есть 7 обычных, ну тут 8 уйдет, наверное, я уже их надбил. Так, давайте смотреть. Бревна, камни, доски, слитки, чуть-чуть морковки, можно схавать. Здесь каменные блоки, здесь доски, забираем. Дубовые доски. Так, вода, талончик. Кожа, шкура, вернее, труба, молоток, верстак, не плотницкий стол. Так, здесь ничего интересного, здесь волокно, ну и морковное рагу, если кому вдруг надо. Так, громила замедлись, мы пойдем посмотрим, что есть в пикапе. Вроде как ничего не должно быть, но на всякий случай проверим. Да, пусто, байка тут тоже нет, и мы получили вот такой лут за одну фишку. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.